Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ми живемо, доки у наших жилах пульсує кров. Донорство – це справа, яка важлива в усьому світі, і нею ні в якому разі не можна нехтувати. Це порятунок, спасіння багатьох життів. Саме про донорство будемо говорити сьогодні з гостями, які прийшли до нашої студії. Це Людмила Лашко, голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, і Володимир Ніколаєв, донор, герой України. Дуже рада вас бачити, шановні гості в нашій студії. Справді, про донорство сьогодні говорить увесь світ, і оцей тиждень він направлений на те, щоб люди звернули увагу на те, щоб поповнювати запаси крові, бо це дуже важливо, необхідно для кожного з нас, бо хто знає, в якій ситуації ми можемо потрапити і взагалі, що може з нами бути. Так? Тож, наскільки часто повинно поповнюватись те, що вже зараз є, скільки крові на сьогодні і як вона на сьогоднішній день поповнюється? Наскільки швидко чи не дуже? Чи, можливо, є якісь варіанти, які можуть бути, якщо десь, наприклад, буде її трошки менше? Пані Людмила, до вас таке питання. Запаси крові нужны завжди. У нас запаси є, але їх не вистачає. Крови. Поэтому мы привлекаем доноров. И в этом году у нас 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. И под девизом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Угу. Это говорит само за себя. Потому что кровь нужна всегда. Кровь, вы знаете, применяется в акушерстве и гинекологии, при родах, при ДТП. При различных травмах, связанных с огромной кровопотерей, кровь – это как лекарство, это как жизнь для больных. Есть такие больные, которые без крови просто не могут жить. Поэтому во всем мире, весь мир сегодня готовится к празднованию Всемирного дня крови под таким девизом. У нас в области сейчас около 9 тысяч почетных доноров Украины, 24 заслуженных донора Украины и один у нас герой Украины. Так, це у нас у студії. Володимир Константинович. Так, пан Володимир, так. Заслужений. І я можу сказати про те, що Герой України ви і ще почесний, двічі почесний донор СРСР, заслужений донор України, так, і Герой України. І ви здавали кров більше 751 разу. Тобто 751 раз ви здали свою кров. Да. Це, ну я не знаю, це ж треба постійно це робити, так? І наскільки, як ви себе почуваєте і взагалі ось бути донором? Це, що це означає? Нічого, просто потрібно людям, от і все. Поэтому, ну вже в цьому году це буде вже на станції переливання, це буде 45 років. Вот, угу. Вот. 45 років ви здаєте кров? Да. Правильно? Да. Так. А як ви готуєтесь? На станції переливання 45 років. До цього ще я там пару разів здавав, але це було очень... в юності в другому місці, того місця вже нет. Угу. Вже закінчилось це місце. І от поэтому... ну, на станції переливання, на нашій Дніпропетровській, 45 років. 45 років. Да. А ви постійно, як тільки весна, чи як тільки літо, от є якийсь період, коли потрібно здавати? Чи це як це відбувається взагалі у вас? Ні. Це не залежить від того, не от времени года, это зависит от других вещей. Ну, во-первых, нормально себя чувствовать, это раз. Во-вторых, есть определенная... Во-первых, есть разные виды кроведачи. Значит, есть просто кровь, есть теперь там это плазмаферез там, и так далее, различные. Вот. И в зависимости от этого есть различный интервал, возможность сдавать. Угу. Если просто сдается кровь, то это не чаще, чем один раз в два месяца. Угу. Вот. Это самое. Ну и тоже есть определенные интервалы по медицинским показаниям, не по донору, а вот там после, допустим, там 10 или 12, там должен быть перерыв не менее 3 месяцев, ну и так далее. Вот. Если сдается плазма крови, то теоретически ее при всех благоприятных установках ее можно сдавать с интервалом уже начиная от 14 дней. Угу. Вот. Но дело в том, что можно, но дело в том, что любой же человек, допустим, тот же донор, вот взять, допустим, меня, да, то ты же
обязательно ты работаешь, ты где-то в командировке, ты где-то там. То есть ты не можешь подстраиваться, как получается. То есть по времени не менее, а больше, ну, так дальше. Ну, тобто ви ось мали так міцне здоров'я, так? У вас був поклик допомагати іншим, і ви таким чином ось стали почесним, заслуженим вже Героєм України, так, таким чином? Потрошку, да, постепенно. Як ви себе почуваєте після того, як ви здаєте кров? Чи треба поновлювати сили, чи, можливо, щось треба їсти? Кажуть, там, червоне вино треба пити, так? Ви знаєте, діло в тому, що все время все міняється, і на заре, як говорять, тумана юності, то те саме, після кроведачі, вот я просто еще помню эти первые, да, вот, тогда, ну, во-первых, там был обед, это самое, но и было, так сказать, наливали 100 грамм, вот, потом это 100 грамм отменили, потом начали вино пролить, потом вообще отменили, ну и так далее. То есть никаких таких восстановлений, ничего не происходит. То есть сейчас раз... уже ничего, ничего нет, сейчас... вы в дома да. уже это робите? Да. И я вам скажу честно, допустим, мне настолько бывает всегда некогда, что я вот... поел и потом быстренько там на работу или там куда надо, вот и все. Чтобы... Тобто для вас это уже звичная справа? Да, нормальная. Так, так нормально себе было, почуваєте. Да, все, да. Угу. Все спокойно, все спокойно. Пані Людмила, як стимулюють взагалі донорів і чи так охоче, як пан Володимир, приходять донори і з'являються вони знаете, зараз серед молоді? Я считаю, что ну, нет ничего более благороднее, чем спасать человеческие жизни, делиться своей кровью. И вы знаете, наши доноры не настолько скромные, настолько, ну, как бы, это их жизнь, сдать кровь и помочь другому, спасти жизнь другого. Вот государство наше отмечает наших доноров. За 40 кроведач безвозмездных по 450 миллилитров, это доза 450 самая большая, миллилитров, это да, награждается, и 60 раз плазмы по 800 миллилитров. Донор награждается знаком «Почетный донор Украины». У нас таких, я уже сказала, 9 тысяч. За сдачу крови 100 и более раз безвозмездно это уже будет заслуженный донор Украины, наше государство награждает. Заслужених донорів України у нас 24 чоловіка. А чи є премії, так? Ви знаєте, скільки? Донори пользуються льготами почутні, к пенсії надбавка, там 10% і другі льготи для донорів, согласно закону о донорстві крові і її компонентах 1995 року. Ну і льготи ці пересматриваються, обновляються. Вот. И хочу сказать, что Владимир Константинович действительно единственный в Украине, единственный герой Украины, который получил эту высокую награду, высокое звание за спасение жизни человеческих, за сдачу крови. Чи є зараз серед молоді такі ж люди, які так хочуть рятувати життя? Есть у нас волонтеры Красного Креста. Мы провели в этом году уже 5 акций. Мы начали с акции еще с прошлого года «Перемога у нас в крови». Это акция вместе со спортсменами. Вот, это еще в прошлом году мы в июле начали, это бессрочная акция. Вот, в июле, вы знаете, пандемия была в прошлом году тоже. Также, а, до речі, но более пандемия, суровые условия были. Вплинула на те, що донори не мали можливості приїхати і здати кров? Чи ні? Чи от ви в пандемію здавали кров? Здавали. Дело в том, что во время пандемии это самое, вот это организация Донор УА есть такая. Вот. Значит, там при регистрации там это можно было. Кстати, мне один раз тоже пришлось этим воспользоваться, потому что вообще не ходил никакой транспорт. Не потому что там добираться, это же было невозможно. Вот. То это самое, по этой регистрации, там давали определенный жетон, и такси приезжало за тобой на станцию, и потом
уезжала домой. То есть такой вариант. Забирали вас, так. Да, да, ну, да. И в цей час можно было теж сдати, як заплановано вже, так, як ви по своєму самопочуттю, можна було здати кров. Розуміється. А чи впливає це на організм якимось чином? Чи ви відчуваєте, що кров забрали в якийсь момент? Чи ні? Чи як вам взагалі? Ні, абсолютно. Мені це, як говорять, ні холодно і ні жарко. Вот. Мені другое совершенно. Мені, коли з станції переливання виходиш, все нормально, таке облегчення, що ти сделал что-то полезное, и тебе, ну, как облегчение, что ты вот еще что-то можешь, еще ты годишься. Вот и все. Моральное удовлетворение. Морально, так себе почуваєте краще. А чи є якісь обмеження? Хто може бути донором, а кому не можна ні в якому разі? Ні, ну, є там куча ограничений, ну, це имеется в виду определенно, чисто медицинских. Угу. То есть, если ты там был там такой-то, там кто-то... Гепатит С. Гепатит, там еще какие-то... Другие заболевания, другие, онкология. И так далее. То есть, ограничения вот в этом достатньо плане достатньо, там есть. Так. Да. А если людина абсолютно перечень здорова, так, то вона може здавати кров. Які будуть акції, вже починаючи з сьогоднішнього дня? Пані Людмила, от хочеться про це почути більше. 14 июня, во Всемирный день крови. Мы, станция переливания крови областная, мы и еще ряд организаций, Красный Крест и еще несколько организаций, проводим акцию, посвященную Всемирному дню доноров крови. С 8 до часу дня на станции переливания крови, это проспект Богдана Хмельницкого, 17, мы ждем доноров. Будут столы стоять, доноры будут на улице, будут викторины всевозможные. Доноры наши будут награждаться сувенирами, подарками. Будет концерт дан для доноров. И будет проведено награждение знаком «Почетный донор Украины». Угу. Вот цього готовиться... року теж визначаються ще, окрім тих, які вже визначили. Да, вже є, і ще будуть награждатися донори. Тому ми приглашаємо всіх желаючих. Всех, кто хочет помочь другим людям, вот, на эту донорскую акцию, на сдачу крови, мы будем очень благодарны всем, кто придет. А как каждого года, сколько людей переважно приеднуются и стают донорами вперше? Вы знаете, много людей, особенно молодежь. Это и наши полиция наша, и МЧС, и наши волонтеры молодежные. Это, наверное, ну, может... Ну, половина из всех доноров – это первый раз, которые сдают, и потом продолжают сдавать кровь и дальше. Пане вот. Володимире, а як у вас перший раз відбулося це? Вам так просто сталося, чи ви і справді хотіли бути донором? Ой, як ви бачите, мені вже в августі буде 76. 76 вот. Років, да. Так. Да, но була когда-то і юность, да? І юності був, звісно, комсомол. Вот. И в своей первой организации я работал в проектной организации, в там, строительном отделе и так далее. Вот. И пришел комсорг и говорит, ребята, вот там, а там рядом недалеко был этот роддом. Ну, это медсанчасть 56, которой тогда еще не было и так далее. Вот. Говорит, слушайте, надо помочь это самое, там сдать кровь и так там. Желающие есть? Я говорю, ну, а почему нет? Ну, вот и пошли сдать. Тобто ви не готувалися, нічого не думали? Та абсолютно ніхто. От прийшов комсорг, сказав, коли? Він говорить, завтра. Ну, хорошо, завтра. А не було вам страшно? Абсолютно ні. Це були різні люди, чуть-чуть різного возраста, я був зовсім юний. Вот, це був где-то, скажу вам чесно, це 79-й, где-то 64-й год. Вот, вот и все. Тогда была первый раз сдача этого. А потом сказали, что треба еще сдавать и выше. Нет, потом пішли. Еще раз мы тогда сдавали, а потом дальше закрутилось, дальше пошло, я уже там не работал, дальше пошел потом армия, потом то все, и там, ну, в другом совершенно. Потом в университете уже начал работать, а потом, ну, слушай, а что бы не сдать еще раз? Ну, потом я
узнал, где это, сказали, вот это на героя Сталинграда, вот это вот пошел туда, сказали, вот там, вот это надо справку там взять, там, ну, медицинскую, там, это десятое, ну и дальше. А вот знаете, кажуть, що коли отак дуже різко і багато одразу крові беруть, то людині може стати зле, можна навіть втратити свідомість. Ні. Бувають такі випадки? І від чого це залежить? Може, неправильно людина не готувалася? Ні, діло не в этом. Діло в тому, що... Вот эти все факторы, о которых вы говорите, да, они, к сожалению, иногда, очень редко имеют место, но это чисто моральный фактор, чисто моральный. То есть у него физиологии и все остальное нет никакой. То есть вот он боялся, и вот случилось, и как же я вот сделал, и вот случайно вот так вот. Это психоэмоциональное состояние человека. Это не это самое, никакого этого нет. Он спокойненько полежал, подышал, водички попил, повинтили. Ну что, легче, все, хорошо, поехали дальше, и все. Так иногда я на станции, ну иногда это случается. Бачите людей, так, яким стає погано. Да, да. Ну потом все нормально. Так минут 5-10 и все проходит, ничего такого нет. Як ви думаєте, як стимулювати донорів, аби вони мали бажання здавати кров? На ваш погляд. Чи це треба, щоб людина одразу вже розуміла, куди вона йде, що вона робить, для чого їй це потрібно? Ви знаєте, к сожалению, очень многим доходит необходимость, так сказать, кровідач только тогда, когда их как-то это касается. Не именно, допустим, его, а какого-то родственника или какого-то отдаленного. Когда кого-то треба врятувати. Кому-то что-то надо, и караул, и вот где взять, и как быть. Вот тогда начинают понимать необходимость этого дела. Понимаете? А приходить, ребята, вы же ходите по улице, вы же видите, больницы полны, я имею в виду... роддом и так далее. То есть необходимость, она все время есть, постоянно, и никогда не бывает много. Угу. Потому что все время, вот, допустим, на станции переливания, все время приезжают эти самые эти машины и забирают это, ну, по разнарядке, там, туда, во все инстанции уже эти... Кровь, эту тем самую, более кровь, да. И ее препараты имеют свойство храниться не более 25-30 дней. Угу. Поэтому кровь нужна постоянно, обновление надо, вот банка крови. Это очень необходимо. Как раз сейчас можно звернутися, пані Людмила, будь ласка, зверніться до усіх глядачів, хто нас зараз чує і бачить, щоб вони теж розуміли таку необхідність. Я хочу обратиться ко всім. К нашим жителям нашего региона, к неравнодушным людям. Приходите, пожалуйста, на станцию переливания крови 14 июня, сдайте кровь, поучаствуйте в акции. Я думаю, вы знаете, самым большим моральным вознаграждением для донора будет то, что он будет знать, что его кровь спасла жизнь. И когда он увидит такого реципиента, которому его кровь перелили, или препараты из сданной им крови перелили, это непередаваемо. Я вам дуже дякую. Бажаю міцного здоров'я, щоб ще надовго вистачило. І вам також, пане Володимире, здавати ще кров. Так? І ще, головне, щоб ви дуже добре себе почували кожного разу, як тільки ви це робите. Але я розумію, що така міцність духу – це перше, мабуть. А вже далі фізична така ваша здатність все це так міцно переносити, переживати. Тому хочеться, щоб все було добре. Так? Вам теж бажаємо міцного здоров'я. Так? Ну і, звичайно ж, будемо чекати вас у нашій студії. Добре. А ми зустрінемося за декілька хвилин.